И в завершении выпуска о самых необычных событиях в Китае. Китайские спортсмены в Рио-де-Жанейро проявляют чудеса смекалки. В связи с неблагоприятными условиями в олимпийском общежитии им приходится использовать скотч. С помощью клейкой ленты атлеты фиксируют шторки в ванной и закрепляют предметы обихода в туалете. Такая вот олимпийская находчивость. Допрыгались. Сянганская команда прыгунов через скакалку установила новый мировой рекорд в рамках чемпионата мира по этому виду спорта. Соревнования прошли в шведском городе Мальме. За 3 минуты спортсмены совершили 671 прыжок. А предыдущий рекорд на аналогичный промежуток времени составлял 603 прыжка. Эксперты в шутку прозвали сянганцев электродвигателями. Если с другом вышел в путь. Бродячий пес стал верным напарником участника недельного пробега «Марш Гоби-2016». Собака проследовала бок о бок с шотландским бегуном Дионом Леонардом большую половину пути – 125 километров. Бегун делил с четверноногим другом кровь, пищу и воду, а также помогал в преодолении рек и других препятствий. Несмотря на поддержку атлета, собака сошла с дистанции, получив тепловой удар. Однако Дион Леонард преданность пса оценил и решил приютить его у себя дома в Эдинбурге.